наша общественная организация «Отряды Путина» срочно, просто срочно собралась только для того, что мы требуем закрыть сегодня новую образовавшуюся в социальные сети Clubhouse. Что же это такое за социальная сеть? Просто там начинается бардак, начинаются притоны, начинается развал всего, просто аморальность, сплошная аморальность. До чего же мы дойдем? Давайте, пока она еще не разбрелась по всей России семимильными словами. Пьянство. Пьянство угрожает всему. Гибнет молодежь от этого. Немедленно просим наша общественная организация, пожалуйста, закрыть, немедленно закрыть, для того, чтобы дальше она не распространялась. Иначе она всю Россию сегодня подтопчет своей аморальностью. Пожалуйста. Нашу молодежь погубит. Нашу молодежь погубит. Нашу молодежь губит. Все губят. Особенно молодых парней губит. Они ночами просиживают в этом клабхаузе. Что же это такое за социальная сеть, которая уничтожает нашу Россию? Не должно так быть. Немедленно и немедленно закрыть. Закрыть эту социальную сеть. Мы все против этого клабхауса. Там и самоубийства, и притоны. Мы за свою молодежь. Нам такую сеть не нужна в России. Она аморальна. Нам жалко нашу молодежь. И так жизнь не очень такая легкая. А тут еще они затрудняют молодежь. Они вообще жизни не видят, молодежь. А я переживаю, что туда попадают безнаказанно дети. И вот это, конечно, страшно. Я поддерживаю требования нашей организации, чтобы срочно закрыли эту организацию. Закрыть немедленно. Да. Чтобы дети и молодежь наша не страдала этой безумной страстью на данный момент. Нас и так в этом году, в том году подвела эта болезнь, пандемия. А еще это, какая будет демография? Кто будет рожать? Где наша молодежь?